Несколько слов по поводу принятой 17 февраля резолюции Совета Безопасности, которая была внесена по инициативе Российской Федерации. Совет единогласно, как вы знаете, принял этот документ в поддержку Минских соглашений, комплекса мер по выполнению Минских договоренностей, а также соответствующие декларации президентов России, Франции, Украины и канцлера Германии, одобренной 12 февраля. Единогласное принятие Советом резолюции демонстрирует политическое значение, придаваемое государствами-членами Совета Безопасности ООН, достигнутым в Минске договоренностям, а также коллективную поддержку, которая оказывается им со стороны международного сообщества. В резолюции выражается глубокая озабоченность трагическими событиями и насилием на востоке Украины, а также убежденность в том, что разрешение ситуации возможно исключительно мирными средствами. Все стороны призываются в полном объеме выполнить комплекс мер по реализации Минских соглашений. Российская Федерация приветствует принятие Советом Безопасности ООН этой резолюции и выражает надежду, что солидарная поддержка мирового сообщества будет содействовать окончательному переводу внутриукраинского урегулирования в мирное русло на благо всего народа Украины.